6 декабря. Огненный шторм впервые появился на страницах Firestorm The Nuclear Man номер 1. Супергерой, носящий в себе сразу две личности, был создан Джерри Конвеем и Эллом Милгромом. Первая серия продержалась совсем недолго и была закрыта во время события, известного как DC Implosion. Новый ангоинг, стартовавший в 1982 году, оказался одним из лучших супергеройских сольников DC 80-х годов. Роль оригинального Огненного Шторма в сериале Flash исполнили Робби Амел и Виктор Гарбер.